Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос, вот, и готов на него ответить. Вначале я бы хотел немножечко о своих впечатлениях сказать вам, прежде чем разбирать ваш текст. Как мне это видится, вы обесцениваете себя. То есть, вот основной вопрос для вас заключается в том, для чего вы много работаете и многого добиваетесь. Понимаете, с учетом того, что вы написали, можно сделать вывод, можно заключить, предположить, что работаете вы не для себя, а для других. То есть работаете вы, например, для того, чтобы доказать, например, скажем, допустим, своим, может быть, родителям, может быть, просто другим людям, доказать, что вы достойны, что вы заслуживаете вот того самого места, которое у вас. Но при этом, при том, что вы пытаетесь доказать кому-то, ну, может быть, в том числе и себе, то, что вы достойны, вы по-прежнему сомневаетесь в том, а заслуживаете ли вы этого. То есть, понимаете как, у вас достаточно мотивации и силы воли для того, чтобы чего-то добиваться, чтобы вот самой себе сказать, что вот я заслужил, я добилась, например. Но недостаточно у вас убеждения и уверенности в себе для того, чтобы демонстрировать это другим людям. И здесь, конечно, сложность вся в том, что для такого вот вопроса у вас очень мало информации о себе. То есть, например, вы не рассказываете ничего про свою семью, вы не говорите о том, ничего, сколько вам лет, вы не пишете о том, например, можете ли вы, точнее, если у вас своя семья, если у вас мужчина, да, и так далее. Это, конечно, довольно серьезная проблема, потому что, ну, при таком объеме текста можно только предполагать, а предположение — это всегда ошибка. Вот. То есть вот это вот по поводу того, что вы стесняетесь своего успеха. Поймите, стесняться своего успеха значит не принимать свои заслуги, значит не принимать себя. И как бы вот вы можете сами-то вы можете считать, что я заслуживаю этого сам. Но, как вам сказала моя коллега Марина Голикова, установки, которые были внушены вам другими людьми, они мешают. И они давят на вас. Они давят на вас и не позволяют вам принять себя полностью, принять себя до конца, принять свои заслуги, принять, во-первых, в первую очередь, конечно, принять себя такой, какая вы есть. Вот. Также очень важно, как вы относитесь, например, к, скажем так, зависти людей.
да, то есть вот зависть это то, что всегда есть, когда речь идет о успехе, об успехе, да, то есть зависть это то, что всегда присутствует, абсолютно. И вот это вот тоже, как вы относитесь к зависти. Потом вы сказали такую вещь, что вы хотите бы, ну вот вы пишете, что хотите быть со снобами, да, то есть вот, вот это вот само деление людей на снобов, на, значит, не снобов, на богатых, на там небогатых и так далее, это тоже определенная социальная установка, понимаете? То есть, может быть, вам всегда внушали, что, ну, например, богатые какие-нибудь люди, они, или успешные люди, они, там, допустим, всегда нечестны, да, они там всегда много у них напускного. Вы не хотите быть такой, потому что вам внушали, что это так всегда и везде. Но вместе с тем вам хочется все же чего-то добиваться, хочется все же чего-то достигать, и достигая, вы, получается, боитесь это озвучить, чтобы не оказаться причисленной, да, вот к этому типу людей, которых вам, например, выставляли исключительно в негативном ключе. Опять же, я не просто так у вас спросил насчет зависти, потому что зависть здесь это ключевой фактор. То есть там, где есть успех, там всегда есть зависть. И вот это вот то, что вам может быть сложнее всего будет принять, потому что когда завидуют, это всегда очень сложно, это всегда очень тяжело, и когда завидуют, пытаются опустить, унизить, принизить точнее. И вот эта вот борьба с принижением, она возможна только в том случае, если человек уверен в себе. Если он уверен в себе, и если его деятельность подчинена его целям. Да? То есть вот если человек занимается тем, что ему нравится, реализуется там, где он хочет, например, делает то, что ему по душе, то так гораздо легче и проще вот, значит, быть уверенным в том, что то, чего мы достигли, то, чего вы достигли, и так далее, имеет право на жизнь. Чем, например, когда мы что-то делаем, и мы можем чувствовать, например, что это не наше, но мы в этом все равно достигаем каких-то успехов, и нам кажется, что ну вот это вот, знаете, незаслуженно, да, что это как-то вот не наше. Это, конечно, такие частности, но тем не менее они важны. Итак, значит, ситуация следующая. Я стесняюсь своего успеха. Давайте подумаем. Ага, получается как, что сняв своего успеха, вы как бы говорите, что я не заслуживаю, да? Так получается, что я не заслуживаю того, что я имею, я не заслуживаю того, что я получил. Вот как вы коррелируете эти две вещи, то вы имеете какой-то успех, и что вы его не принимаете. Вот как вы это коррелируете? То есть, если человек, если, например, вот мы это делаем, и мы получаем результат в виде успеха, да, но мы его стесняемся,
то на нас, получается, что-то давит. Либо общественное мнение, либо страх осуждения, либо страх остаться в одиночестве, например, из-за того, что люди подумают, что мы успешны, мы там, например, допустим, зазнались, и с нами общаться, допустим, больше не будут и так далее. Понимаете, да? То есть как вот вы коррелируете эти два момента? То есть вы, например, сделали работу, вы работу сделали, вас, допустим, похвалили за эту работу, и назначили вам премию, допустим. Вы эту премию получили. Но вы об этом не говорите людям. Например, ну, своим, допустим, знакомым, друзьям и так далее. Вы об этом не говорите. Почему? А вот почему вы не говорите там? Потому что вы не считаете себя достойной того, что вам дали, либо вы боитесь, что эти люди от вас отвернутся. Понимаете? То есть стеснение — это либо непринятие себя, либо страх одиночества. В вашем случае успех как стена между вами и другими людьми. Далее. Много и усердно работаю и многого добиваться. Много и усердно работаю для чего? Подумайте о смысле того, что вы делаете. Знаете, вот я об этом уже говорил, да? Много и усердно работаю. Много и усердно работаю. Значит, чтобы что? Какая в этом цель? Какой в этом жизненный ориентир, скажем так? Да, на самом деле, очень важный момент. Если вы даете себе отчет в том, какой у вас жизненный ориентир и что заставляет вас делать то, что вы делаете, то это уже довольно-таки серьезный шаг вперед, потому что, например, если вы работаете для того, чтобы кому-то что-то доказать, или работаете, например, для того, чтобы не быть хуже, чем кто-то, или вот что-то вроде того, это одно, и тогда то, что вы делаете, это не ваш. Это не ваш мотив, это не то, что вообще является проявлением вашего мотивационного поля. И отсюда нет ничего удивительного, что вы стесняетесь, допустим, того, что вы получили какой-то успех, да? Вот, я полагаю, что это вы, наверное, уже поняли, исходя из того, что я вам сказал. Далее, я знаю, что я это заслужила, и так называемого синдрома самозванца у меня нет. Так, здесь вы говорите тоже довольно интересную вещь. Я знаю, что я это заслужила. Заслужила перед кем? Заслужила, как проявляется сам факт заслуги. То есть вы говорите, заслужил, это всегда предполагает некую такую, знаете, оценку, как бы, да, то есть если я заслужил, значит, кто-то должен оценить мои заслуги. И либо вы оцениваете себя, оцениваете свою работу по мнению других людей, либо вы оцениваете свою работу по своему собственному мнению. Вот в идеале было бы лучше всего, если бы вы оценивали то, что вы делаете, исключительно только по своему собственному внутреннему критерию. То есть если, например, если вы, допустим, что-то заслужили, то вы знаете, что вы это заслужили не потому, что кто-то вас оценил, а потому что вы сами знаете, что вы сделали это хорошо. Я полагаю, что лишило вас множества проблем.
множество проблем это решило, в частности, например, того, что у вас не было бы никаких сложностей с вот этим вот стесняющимся успеха, да, то есть, если вы, например, сами для себя какой-то критерий, вот, критерий успешности выбираете сами для себя, то естественно, что вряд ли вы будете тогда его, этот самый критерий, в себе не принимать. Понимаете, о чем идет речь, да? А далее, при этом я не желаю занимать лучшее место, которое мне предоставляют. На совещаниях предпочитаю быть рядом с командой, рядовыми сотрудниками. Ну, здесь на самом деле может быть множество факторов. Во-первых, если вы не хотите занимать лучшее место, если вы не хотите занимать, как сказать, подобающее вам место, то это может быть опять же связано с тем, что вы себя недооцениваете, что у вас заниженная самооценка. Либо вы просто боитесь неудачи, просто вы боитесь, что вы займете лучшее место, а вам покажут, что вы вот, значит, что вы недостойны, например. И вам лучше быть вот на таком не самом первым может быть месте, но зато с уверенностью в том, что вы вот вообще, что вы вот именно на этом месте чувствуете себя прям вот в своей тарелке, как бы, да, то есть здесь вот есть такие моменты, и вот эти моменты, почему вы не хотите принимать лучше место, мне кажется, очень важный. Что касается рядовых сотрудников, то здесь опять же могут быть разные варианты. Например, вы можете быть рядовыми сотрудниками, потому что опасаетесь, что люди, допустим, более высокого ранга, опять же, выставит вас как-то некомпетентный и так далее, и так далее, и так далее. А с людьми, ну, как бы рядовыми, вам проще, вы чувствуете себя более комфортнее, и это позволяет вам чувствовать себя уверенно. То есть, понимаете, вот ситуация такая, что вы говорите, что вы стесняетесь своего успеха, но на самом деле, здесь речь идет не столько о стеснении, на мой взгляд, сколько о продвижении той позиции, социальной позиции, которая вам удобна, которая вас, ну, например, устраивает, которая вам нравится, которая дает вам, ну, комфорт, да, которая позволяет вам чувствовать себя в безопасности, что ли, в зоне комфорта. А из зоны комфорта выйти вы не хотите. Далее. Не называли свою должность и положение в компании. Ну, здесь, опять же, вопрос, связанный с атрибутикой, да, то есть, вот как вот вам представляли, например, людей, ну, которые вот, допустим, называли свое место в компании. То есть, как вам их представляли? Если вам их представляли исключительно в негативном свете, так, что вы, ну, думали, что вот, если, допустим, этот человек называет себя вот таким, то он все, он там бандит, там зазнавшийся и что-то в этом роде. Это одно, и надо сказать, что, ну, данная позиция, она нормальная, вам так внушили, вы так и ведете себя, и вы, с одной стороны, знаете, что вы достойны, знаете, что вы этого заслужили, а с другой стороны, вы думаете, ну вот я скажу, да, вот я скажу,
И я причислю себя к этим самым людям, что обо мне подумают. То есть опять же, это вот как говорила моя коллега, это вопрос именно установок, которые вам внушили, ну, либо родители, либо окружение, в котором вы были, и это окружение дало вам негативное восприятие вот определенных проявлений атрибутики успеха. Далее, значит, так, Кабинет времени считал, что это мне просто не важно, и говорил, что это все понты не для меня, и я не желаю находиться среди снобов. Так, ну, если мы говорим о том, что вы не желаете находиться среди снобов, все это понты, то с одной стороны, это может быть действительно как точка зрения, да, то есть не обязательно, ну, нужно воспринимать вот вашу позицию как какое-то отклонение, да, как некую девиацию. Там вот, ну, действительно, это такая простота, действительно, это вот такое правильное отношение к жизни, но, опять же, только при условии, при том условии, что вы можете совершенно спокойно, хорошо и адекватно общаться с разными людьми. То есть, как с людьми, например, вы можете общаться, ну, допустим, успешными, так и с людьми менее успешными. Если так, то все в порядке. Если нет, тогда это вот является на самом деле отклонением. Если вы не делите людей на какие-то вот социальные атрибуты, это здорово. Вот. Но не делить людей на социальные атрибуты – это одно, как бы, а иметь что-то против проявления социальной атрибутики и что-то против проявления социального успеха, это все-таки другое. И вот эти вещи, по моему мнению, нужно различать очень четко. Так, значит, а может это самообман и со мной что-то не так? Ну, скорее всего, если с вами что-то не так, то это вот, знаете, если с вами что-то не так, то это вот только связано с родителями, то есть с родителями, с семьей. Вот если с вами действительно что-то не так, то собака зарыта в вашем становлении именно как и личности. Вот в этом зарыта проблема в установках. Вот, на всякий случай дам вам определение установки. Это переживание по поводу тех или иных ценностей общественных. Это установка. Вот какие у вас переживания, да? Чем они вызваны, эти переживания? Вот это вот и есть ваши установки. А также, кто сформировал эти переживания? Потому что, ну, объективно, первичные переживания, они всегда формируются кем? Нашим окружением, да? То есть, вот, как реагирует наше окружение, так реагируем в принципе и мы. Ну, это, я полагаю, аксиома, да? Так, значит, я не желаю получать подсчет уважения, но это про самооценку, это к самооценке. Далее, значит, далее вы пишете коллегам, значит, спасибо, Игорь Леонидович, возможно, вы правы, я не считаю, что успешные люди должны быть снобами, но почему-то они такие во многих случаях понты больше, чем заслуг. Ну, понимаете, очень интересно, конечно, вы рассуждаете здесь. Я бы сказал, что вы видите, то есть вы замечаете только то, что для вас является, ну, может быть, в некоторой степени болезненным, может быть, в некоторой степени ожидаемым. То есть вы хотите увидеть
для подтверждения какого-то своего, ну, может быть, знания, да, и так далее. Вот, вот на что это похоже очень сильно. То есть вы, говоря об успешных людях и соотнося это с снобизмом, вы такое впечатление, что пытаетесь найти подтверждение какому-то вот своему взгляду, каким-то своим ну, точкам зрения. Вот. И именно поэтому как раз таки вы и говорите, что они такие во многих случаях. Кроме того, что значит понты и как понты соотносятся с заслугами, это вообще отдельная тема, потому что это нужно как-то оценивать, и оценивать по возможности не субъективно, а объективно. А 10 лет занятий театральным мастерством и более 50 любительских постановок убедили меня в обратном. Это вопрос про внимание. Это вопрос про внимание. Понимаете, я люблю внимание к себе, но не к заслугам. Как будто не желаю одобрения, одобрения общества. Мне безразлично, одобряет меня или нет. Ну, знаете, давайте так. Я сейчас прочитаю ответ коллеги твоего, да? Значит, он говорит, возможно, вам просто тяжеловато находиться в центре внимания. И просит, чтобы никто не обращал на вас внимания. Ну и дальше, значит, он там уже эту мысль раскрывает. Основная мысль, возможно, вам просто тяжело находиться в центре внимания. Вы отвечаете, что я люблю внимание, но не к своим заслугам, как будто не желаю одобрение общества, но при этом мне безразлично, одобряет она меня или нет. Вот здесь противоречие, опять же, смотрите, противоречие получается. Либо, если вы не желаете одобрения общества, значит, вам не все равно, одобрит вас или нет. Одобрение общества для вас негативно. То есть вы понимаете, что одобрение общества – это определенный социальный результат того, что вы делаете. Но при этом именно для вас, в вашем сознании и подсознании возможно, одобрение общества влечет за собой что-то негативное. И поэтому вы не хотите этого одобрения. Но как это коррелируется с тем, что вам безразлично, одобрят меня или нет, не очень понятно. Получается, вы разграничиваете себя и результат своего труда для общества. Это средство защиты. Это средство защиты. Человека нельзя воспринимать не через призму его результатов. Человека всегда будут воспринимать через результат. Результат не всегда важен и нужен, если мы говорим о человеке как таковом. Да. То есть, если результата нет, то о человеке можно говорить, опираясь на другие аспекты. Это верно. Но если результат какой-то есть, то о человеке будут всегда говорить в контексте, в том числе и результата. И вот получается, что если вы любите внимание к себе, но не любите внимание к своим заслугам, то вы ограничиваете, есть я, а есть мои заслуги. Но кто тогда эти заслуги-то образовал? Чьи они тогда? Ваши же? Значит, они часть вас? И либо вы обесцениваете общество, либо себя в нем. Вот других вариантов именно в этой части мне как-то не видится. Да, то есть, если я правильно вас здесь понял, не очень просто понятно, не очень понятная часть сообщения. Вот, может быть, вы текстом неправильно мысль передали, но тем не менее. Разграничивать себя и свои заслуги нельзя. Только
исключение из правил только в том случае, если вы действуете не по своей воле. То есть все, что вы делаете не для себя, не потому, что вам нравится, а для того, чтобы кому-то что-то доказать. Чтобы себе, например, что-то доказать, понимаете? Потому что деятельность, которая идет из, из души, от сердца, исходя из ценностей, исходя из взглядов, да, она не нуждается вот в этом вот процессе доказывания. Она делается просто, потому что мне это нравится. Понимаете? А у вас вот тут вот тоже под вопросом. Поэтому я думаю, что вот так можно ответить в целом на ваш вопрос. И отмечая на, итоговый вопрос, может ли это самообман и со мной что-то не так, я могу сказать, что если по первой части сообщения я еще сомневался, что с вами может быть все что-то не так, то есть может быть все в порядке, то есть то, что вы пишете, это в пределах норм. Вот. То вторая часть сообщения, дополнения, где вы отвечаете коллеге, тут вот все на самом деле очевидно, и именно вот то, что вы внимание к себе любите, но не к заслугам, как будто не желая одобрения общества, но при этом вам безразлично. Это вот здесь противоречие, и сама постановка вопроса заставляет меня думать, что да, проблемы определенные есть. Вот. Эта проблема, она стара как мир. Соотношение себя и социума, соотношение себя и подсознательного. То есть, если вы, например, подсознательно хотите доказать себе, что я чего-то могу, вот, и делаете это для того, чтобы доказывать, то вы-то себе доказываете, может быть, но при этом постоянно рискуете попасть на оценку общества, которая может нивелировать все ваши заслуги и вернуть вас на исходную позицию, например. Получается такой вот треугольник, да, треугольник взаимоотношений между оно, я и сверх-я. И вот это вот определенно здесь не хорошо. Понимаете, в норме, когда... в норме, это когда я отражает желание оно и в социуме это реализует. И если вот эти желания реализуются, то они встречаются обществом, примерно 50 на 50 реакции. Кто-то против, кто-то за. Как правило, зависит от того, каких людей вы выбираете в свое окружение и так далее. Вот. В любом случае, стеснение – это не принятие себя, и это ни в коем случае не это ни в коем случае не понты. То есть понты и нежелание быть среди снобов – это одно, а когда вы не говорите свое место в компании, свою должность – это совсем другое. И я полагаю, что если так, то у вас действует защитный механизм компенсации, то есть вы пытаетесь компенсировать обесценивание свое через достижения какие-то. Вот. Но я полагаю, что ситуация обострилась в связи с тем, что вы уже определенного успеха-то добились, а вот удовлетворения нет, то есть вы по-прежнему не чувствуете себя оцененным. Вот. И почему? Потому что вы не цените саму себя в первую очередь. И вот установки, которые у вас есть, они постоянно мешают, они постоянно в противоречие вступают с тем, что вы делаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.
Желаю вам всего самого доброго и удачи.